Поставь лайк за 3 секунды, если ты не хочешь, чтобы Домоголовый пригласил тебя в гости и сожрал. Ох, я простой блок, живу здесь, никто меня не любит, никто не хочет со мной дружить, я просто блок получается. Ну да, вот такая у меня жизнь. Кыш, нюхай бабру, ты чё меня нюхаешь, ушел от меня, ты меня слышишь? Эй, пёс. Нет, он меня ломает, о чёрт, он меня куда-то понёс, что за фигня? Куда он меня тащит? Я чё-то не пойму. Куда ты меня тащишь? Меня этот пёс куда-то тащит. О, чёрт. И что мне теперь делать? Противная собака, ты куда меня тащишь? Ты достала уже. Здесь какие-то дровосеки ещё. Ну ладно, хотя бы какие-то приключения получается. Тащит за собой, тащит. Ну ладно, посмотрим, что происходит. Хорошо. Пёс, ты меня бесишь немножечко. Можешь мне уже, пожалуйста, домой? Ай! Ты меня чё бросил? Вернись, козёл! Глупый пёс! Схвати меня обратно! Пёс! Чё он... он, наверное, осматривался. Так, неси меня, давай! Достал! Куда ты меня тащишь? Кто? Собака? Подарок от... Вопрос. Какой подарок? Это я, что? Я блок. Чё? What the fuck, ты разговариваешь? Да, я живой блок. Вот такие пироги. Ужас. Ты реально разговариваешь? Я понимаешь, можно скажу? Слушай меня. Я блок, я стоял кучу лет просто на одном месте, никто со мной ничего не говорил, а тут пёс какой-то взял меня и потащил, подарок какой-то. Вот. А я не особо люблю разговаривать с такими, как ты, придурочными людьми. Я вас вообще не понимаю. Ты придурочный. Ты блок, ты разговариваешь, ты не знаю, откуда ты вылез. В общем, давай буду тебя учить жизни. А можно мне просто уйти? Ты очень тупой, блок. Нет! Всё, ты тут закрыт. В общем, видишь печки? Да, вижу. Вот. Вот тебе мясо, уголь. Вот это печки, тут варишь еду. Жаришь. А зачем? Ну, какая ты будешь еда? Готовить. Тебе нужно готовить. А зачем? Свинину. Жрать и жрать. А что такое жрать? Это когда люди вот это вот пихают себе в рот, вот это ам-нам-нам. Да. Вот, теперь готовь мне. А для чего они питаются, не знаешь? Я просто, ну, типа, слышал, но не знаю для чего. Готовь мне еду. А для чего ты? Ну, чтобы я не умерла. И все, это единственная польза еды. Энергия. Энергию дает? Вот это уже, ну, весомо. Да, я жрать не хотел. Тебя не спрашивали, готовь. Ладно, хорошо, сейчас. Так, получается, мне надо сейчас взять уголь, печку и мясо. Да. Я правильно сделал? Да. Вот еще. Тин-тин-тин, жарим мясишко. Тин-тин-тин, жарим свинину. Тин-тин-тин, жарим свинину. Тин-тин-тин. А за прожаркой надо следить или в Майнкрафте вот этом нашем, в нашем измерении нормально все и так? Нормально так. Не надо прожарки. Ну ладно, все, я сделал. А что ты мне топор дала? Зачем мне топор? Иди, в общем, сходи за деревом, добудь, и придешь ко мне домой. Что еще раз? Добудь дерево и приди ко мне домой, когда добудешь. Ладно, посмотри на меня. Я дома вообще-то. Как тебе? Я топор держу. Классно? Да. Блок с топором, вот это красота. Ну ладно, тогда я забираюсь. Оп! Так, все, я пошел. Давай, до свидания. До свидули. То есть, как вот эти древосеки, вот эти лесорубы, нам мне надо также вот рубить дерево. Ага, понятно. Ну, привет, братва. Наверное, все недоумевают, что я тут делаю. Ну, это не важно, на самом деле. Ой, динозавр. Получай, засранец, что он тут ходит. Так, значит...
Ой, как просто! И чё они так долго рубят одно дерево? Вот так! Вау! 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 Все готово! Ох, как же я хорошо покопал! Ну, типа, все, наверное, да? То есть я порубил деревья. Слушай, у меня какой-то прилив сил прямо от того, что я парочку деревьев дорубил. Прям вообще... Вообще, Вася! Что со мной происходит? О, чёрт! Опа-на! Вот я и стал... домиком теперь. Ой, я теперь не завишу от этой глупенькой девчонки. О, да. Ну ладно, она, в принципе, можно сказать, моя мама. Хоть у меня мамочка теперь есть, как же я счастлив. Ну и чё, я теперь дом, типа, вот, топор могу взять в руки, там дерево, вот, я блок, могу в блок превращаться, но только на время, наверное, могу отходить, и у меня есть топор. Ну вот и все. О, кстати. Ха-ха. Мама, мам, меня видишь? А где блоки? Что, какие блоки? Которые ты должен был добыть. А. А ты, в смысле, повзрослел? Офигеть! Да, мам, я повзрослел. Я теперь дом. Как тебе? Ну, ты ходить можешь? Не-не-не. Ну, я могу превращаться в блок, то есть вот так вот, и отходить, поняла? Ну, я как бы теряю в силах. Я прям прилив сил чувствую, когда стою. Так что теперь ты, мама, будешь мне горшок подносить. Понятно? Что? Ну, вообще-то, ты должен был мне дерево добывать и жарочку готовить. Ну, вот, держи. Все, что добыл. Ну, все, ну, все. И это все? Ну, и свою еду забери там вот это. Ну, один блок, все. Че, а что ты думала, мам? Я тебе не рабочий. Я как бы твой сын. Что? Ну, мам! Чего? Ну, мам! Ну, ты меня огорчаешь. Ну, а шо, мама, ну шо? Ты теперь будешь стоять и нифига не делать. Ну блин, ну такой вот у тебя сын, ну что теперь, бросит что ли в печку? Мам, ну ладно, мам, я обещаю тебе, я подрасту, все будет хорошо, ладно? Ладно, да. Пока что откармливай меня, я уже, знаешь что, вот, я уже чувствую, что у меня какие-то зубки что ли есть. Можешь мне еды сюда закинуть? Какой? Да любой вообще. Мясо? Жителя желательно, есть жители? Жители? Да. Я не собираюсь ради тебя законы нарушать. Почему? Ну, мам, я ж твой сын. Что? Ну, а это же всего лишь житель, а я целый дом, ну. Ты целый дом, а житель тоже хочет жить. Ну, смотри, а вот подумай, вот дом, он как бы обеспечивает человека жильем. А нафиг тогда, ой, почему тогда дома не могут есть жителей? То есть они же зависят вообще, да? Потому что дома не живые. Понятно, ладно, все, мам, уходи, я с тобой не хочу больше говорить сегодня, давай, пока. Жрачки мне закинь только, ну пожалуйста, жрать. На, заткнись. Не жареный, мне надо сырой. Мам. Молчать, это же ты тебя. Вкусно, мам, спасибо, все, я нажрался. Ну, теперь можешь не подходить ко мне хоть два месяца. Ну, вот я теперь целый огромный дом. Это все я, да. Я подрос. Теперь я, типа, ну, взрослый уже, да. Но моя мама где-то далеко живет. Я больше ее уже не вижу где-то неделю. Потому что я очень быстро расту, быстрые темпы у меня роста. Вот мой сундук, вот мои печки. В них я, типа, себе сам жрачку готовлю, как меня учила мачеха. Тынь-тынь, жарим едушки. Тынь-тынь-тынь, жарим сырдыки. Интересно, куда этот дом делся? О, я ее слышу. У меня очень хороший слух. Мама! Ну, наверное, на меня. О, я ее вижу. Блин, я, кстати, я поломан. Мама, я поломанный дом! За... Вот он я! Да, мама, видишь? Да, вижу. Пусть мама услышит. Пусть мама придет. Пусть мама тебя, леща тебе, дает. Мама! Ты че? А нефиг эти деревню орать, жителей пугать. Ну, мама, твою мать, что не так? Господи, что с тобой стало? Ну, я подрос, смотри. Я могу, кстати, чиниться, смотри. Оп. Ты весь разломанный, некрасивый. Мама, у меня есть еще просьба, перед тем, как я тебе начну приносить какие-то пользы, мне надо, чтобы ты мне могла... Ой, чтобы ты мне окна починила. Вот тут окно починить, вот тут вот.
понятно? Окон? Да, а то я без окон, окон не могу жить. А еще... Песок сейчас соберу. Сейчас я немножко могу самопроизвольно чиниться, но потом уже как бы беда будет. Потому что, ну, сама понимаешь, у меня нету как раз песка. А мне песок нужен. А ходить я теперь не могу, я могу только чинить себя, видишь, самопроизвольно. И все, да. Мамочка, понимаете? Какой-то ты очень бестолковый. Ну, мам, я же тебе говорил, я вырасту, потом уже поговорим, ну. Вырастешь, когда ты вырастешь, ты уже вырос. Сейчас я еще, ну... Вот тебе песок. Я сейчас только это, на подгузнике с горшка... Ой, с горшка... Ой, с подгузника на горшок перешел. А потом туалет будет, тогда я уже посмотрим, окей? Посмотрим, да? Да, мам, обещаю, когда вот на туалет... Ты с горшка можешь не слезть. Ну это образно, чё ты, я за людьми следил сколько лет, я об этом и говорю. Когда я был блоком, ни одно поколение прошло, а как ты меня заметила, я стал расти, потому что ты мне показала, что если я добываю дерево, то я могу расти, прикинь? Мам, спасибо. Да, мама научила тебя. Да, мамочка, спасибо. Я в новом жизни. Спасибо, мам, спасибо. Я из-за тебя скоро стану реальным бойчиком. Крашем чужих, ой, других домиков. Девочки, домики будут за тобой бегать. Ну все, видишь, я уже построился. Видала? А, стекло. Я ломал стекло! Мам, знаешь такую песню? Да. Вот. У меня просьба, дочини вот это окно, иначе я не стану ходить. Дочини, ну мам. Ой. Сейчас. А угля-то нету, мам. О, ты есть? Мам! Ну что ты, мам, огрызаешься? Ну что я тебе сделать, а, мам? А веди себя нормально. Они вот так... Маменький сынок. Мам, ну чё ты? Может тебя ещё зарубить топором? У меня есть топор. Смотри, печка-топор. Я сейчас сама тебя зарублю. А-ха-ха! Это Джонни. Мама. Мама! Давай, не возвращайся сюда! Карга старая. Ты карга старая! Всё! Всё, спасибо вот такое мне, мам, да? Мам, я ещё принесу, всё, я занесу. Мам, я занесу. Больше ко мне не приходи. Ну, мам! Да я ж пошутил. Знаешь, какой прикол? Да я ж пошутил. Ну я ж пошутил, мне обидно. Ой, мама как ребенок себя ведет. Ну ладно, плевать, все. Я скоро подрасту и покажу всем маме, что я могу реальные доходы нести. Я, короче, я расскажу секрет. Я буду убивать жителей. Мамочка не знает, кстати, к счастью. Я буду убивать жителей, приносить ей изумруды. Она, наверное, будет такая: «Вау, ты где это добыл? Ты же умненький домик». А я такой: «Ха-ха-ха-ха, мама, я да, я реально хорошенький. Но надеюсь, она никогда не узнает мой секрет, что я пожираю жителей». Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, пора застроить эти стекла, и уже я стану реальным домиком. Ура! Осталось всего-то 2 блока, и началось! Что со мной? Я, кажется, стал домоголовым. Я теперь домоголовый. Вау. О, у меня что-то голос прорезается. О, жители, привет, привет. Я домоголовый. Я хочу с вами познакомиться. Ха-ха. Всем вам конец. Идите сюда, я сказал. Ну чё, житель, ну чё, давай поговорим с тобой. Да-да-да, я дом, я хороший дом. Чё, я случайно зарубил. А-ха-ха. Чё, жители, снова испугались? Да, бежать от меня, я злой дом. Я злой! Все вы погибнете, и ты тоже погибнешь! У меня голос прорезался, видишь, я теперь мощный дом! Страшный дом! Все, теперь души их мои! Я пожирал их тела! Нам-нам-нам! Кровки всякие теперь, это тоже мое, и мясо с них тоже мое! Ну что, поел я чуть-чуть, хорошо! Теперь идем вперед! Здесь еще лесорубы есть, тоже их можно зарубить! Ты что, лесоруб, как делишки там обстоят, а? Я, бежишь, значит? Давай!
Нам, порубил деревьев, а ты чё стоишь и рубишь? Может, я тоже так будет? Ладно, не буду. В этот раз тебе повезло, ты все равно не запалил то, что я убийца. Ну, теперь надо еще где-нибудь денежки своровать, где-то найти жителя богатого. Может, вот тот вот? Слушай, я тут подумал, мне эти дома совсем не нравятся, пора их ломать потихонечку. Так, вот так. И мне надо как-то заработать, я маме обещал, значит, надо как-то все-таки найти способ. Поэтому сейчас поломаем немножечко домики. Пора разрушать эти чертовы дома. Так, вроде бы в этом доме были крутые богатые жители. Они недалеко от мамочки живут, поэтому их сейчас зарубим, пока мама не видит, к счастью. И... получим свои денежки. Ну что, жители, я пришел на водицу еду. Ну что, готовы? Вот сразу заработал сколько. Сколько вкусностей, сколько там денег. Сейчас достану потихонечку, помаленечку. Ох, главное, чтобы потом мамочка не заметила, когда я уже много буду слишком заносить, чтобы она не заподозрила меня и не спалила. А это самое главное, что есть в моей жизни. Потому что мама, блин, если узнает, это все, кранты. Доверия мамочке не будет, а тогда и вообще смысл от меня будет ей. Только будет меня проклинать, что я такой сынок плохой. Ни за что не спалюсь, ничего. Ничего, главное, чтобы мамочке было хорошо. Поэтому сейчас вот проломаем тут чуть-чуть. Блин, как же тяжело быть домоголовым, еле прохожу. Ну, жители, отвалите вы оттуда, а? Задолбали, дайте мне мои деньги уже забрать. Еще жители некоторые такие достырные, все равно не понимают, что творится. Ах ты засранец, на! Эй, возвращайся сюда, я тебе сейчас дам. А, козел. Я тебя достать не могу, к счастью, тебе повезло. Ох, вот, конечно, я глупенький, я чуть-чуть ступанул, забыл, что у меня лапки, я могу тупо достать. Я еле-еле достал, у меня, к сожалению, не человеческие руки, поэтому тяжело без пальцев как бы доставать, но все-таки есть, у меня есть 28 алмазов и 25 изумрудов, поэтому пойду занесу их мамочке. Мама, держи, но помнишь? Ты какой-то большой. Помнишь, я обещал? Занести. Да, я помню, как ты обещал мне, что ты будешь мне приносить много денег. Этих алмазов на всю жизнь не хватит. Курсе? Да. Ну и чё, где ты их достал? Я, ну, заработал. Как? Ну, мам. Мам, мои личные дела. Ну все, мам. Мои личные, но я должна знать, как ты их заработал. Мам, все, мам, пока. Все, я ухожу. Пока, мам. Кстати, как я подрос, тебя хоть видела? Да, офигеть. Красивый? Да. Ну все, мам, пока. Давай дальше. Все, мам, пока. Страшный. Мам, пока. Все, пойду дальше убивать людей. Так, главное, чтобы она не спалила. Так, вот здесь вот. Так. Мама, мама, домой возвращайся и не выглядывай из окна ближайшие 3 секунды. Так, все, идите сюда. Сейчас я вас уничтожу. Ну что, житель, ну? Че смотришь? Я тебя уничтожу. Ты уничтожишь его? Нет, я никого не трогал. Чего, мам, подожди, знаю. Мам, подожди! Подожди, мам, не смотри! Берсерк! Мам, я никого не трогал! Смотри, я никого не трогаю! Ты че, дура? Ну, мам, ладно. Я еще ничего не сделал. Так, все, ты обернись, вот туда вот смотри, и вообще иди домой, все, и не выглядывай, мам. Так. Я так голоден, я не могу, мне срочно надо кого-то схавать. Ну, иди сюда, что ты там стоишь? Давай я тебя сейчас зарублю просто. Ну, главное, чтобы мама не подглядывала. Так, сейчас, секунду. Как же ты противный? Ты что там стоишь? Давай я тебе сейчас еще чуть-чуть доберусь. Так, всего лишь секундочка. Так, вот это листво и... Да чё, сколько же можно уже, а? Просто не пойму, какой же ты противный. Иди сюда, ты чё ты стоишь-то там, а? Как же сложно быть домоголовым, что же мне мешает? Я уже должен к нему подойти. Ой, чёрт, так, ладно, надо думать, что же мне может помешать так, что я не могу просто к нему подойти. Ничего, в принципе, давай. А-а-а-а! Рубанул тебя. Так, сейчас, я ещё заберусь на дерево. Я всё... Ты умрёшь. Мам! Что ты делаешь, житель? Ай, мам! Ну, господи, наконец-то этот придурок уже сдох. Как он меня бесил. Ну, в общем, вот это была эволюция домоголового. Подписывайся на канал Найсика Бро и на мой канал, канал Фласочки. Ставь лайки, смотри прошлое видео, ставь на них тоже лайки. Не теряй.